надоело уже? Да? За океан. Да очень популярно сейчас там у нас. Дай мне салфетку. Ой, господи. Как грешница в церкви, уже мокрая. Иди звезду сниму, вы все знаете. Я потом сниму. Дорогие друзья, я вам говорила, что вот я была сейчас на дне рождения у Баска, он собрал всю, знаете, гоп-компанию, Бабкин, ну все уже выпившие, все там, Катя Лель, ну, Лайма, Алла, все были, короче, все были. Ну там все там выступали, под диск всунули, тут я со своим бэндом. Спасибо всем. Похлопать. Кадышева стояла в своем костюме торта, в шоке вообще. Обожаю Кадышеву. И я спела в первый раз эту песню, которая вот она в тусовке разошлась. Дай мне еще салфетку. Что я такая мокрая? Я просто... Перемена климата, знаете? Это... Ой, да что в магазине даже? Пиво? Про пиво вы говорите лично? Пиво, пиво. Я пиво обожаю, конечно. Все время себе говорю, один бокальчик и все, до утра. Не могу остановиться, не знаю, чему это. Вот, и, в общем, я показываю эту песню «Не проститутка я». Она даже не записана, она где-то там в интернете есть. Лайма стояла завороженная. Лайма Вайкель подходит ко мне и говорит: «Боже, это же песня про меня». Вы сейчас поймете, почему. Текст...